Всем привет! Социальные сети превратились в часть нашей жизни. Только сами подумайте, сколько времени мы там проводим. В 2010 году все только начиналось, и даже тогда были уже свои кумиры. ВКонтакте была самой популярной соцсетью в России. Тогда даже толком нормальных телефонов не было. Ничего, фоткались на зеркалке. У девушек был особый тренд во внешности, который задавала одна девушка. Анастасия Шевченко – та самая девушка, которая у каждого успела постоять на аватарке. Если вспомнить 2010 год, то можно заметить, как все сильно изменилось с тех пор. Хотя, кроме одного, губки уточкой остались. Анастасия родилась в городе Саратов в 1996 году. В свои 14 лет стала настоящей знаменитостью в соцсети ВКонтакте. А все благодаря своей мимимишной внешности, или как тогда называли «девушка-ванилька». Густые волосы, начес, прямая челка, лицо и губы в тональнике – вот она, мода того времени. Помню, как мои знакомые подружки делали себе такое же окрашивание, стригли челку и мазали губы тональником, чтобы стать похожими на кумира. Еще было модно ярко красить глаза, прям жирно-жирно красить ресницы. У Анастасии получались и вправду шикарные фотографии, которым завидовала каждая девчонка. И чтобы приблизиться к ее внешности, девушки ставили себе на аватарку фото Насти. Помимо того, ее часто постили в пабликах, и даже там она стояла на заставках. Время шло, Настя взрослела. Девушка решила немного сменить имидж и начала отращивать челку. Позже опубликовала новую партию фотографий с отросшей челкой, которую она зачесала на бок. И даже тогда она не потеряла свою популярность. Новые фото мигом разлетелись, многие обновили свои аватарки. А спустя еще пару лет девушка решилась на кардинальные перемены. Покрасилась в брюнетку. Также девушка решила оформить брови и сделала себе тонкие брови ниточкой, а еще позднее увидели татуировку. Если раньше у Насти была милая внешность, то с новым цветом волос она погрубела. Многие фаны очень были расстроены новой внешностью. Ведь они привыкли к девушке-ванильке со светлыми волосами и натуральными бровями. Потом Настя перестала быть интересной, не выкладывала фото и просто забылась. Многие помнят ее фото, но мало кто знает, как выглядит девушка сейчас. Настя и сейчас редко выкладывает фото, но Инстаграм ведет. Вот так сейчас выглядит девушка, которая стояла у всех на аватарке и считалась самой ванильной. Сейчас Насте 24 года, она много путешествует, стильно одевается и хорошо выглядит. Глядя на старые фото Насти, мне больше нравилась она светленькой, но это лишь мое мнение. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк.